Вот видите, там был стек воды с дороги. И там зимой и осенью какие там граммы воды шли по дороге, они уходили вправо. И вот видите, какая здесь пшеница. Вот здесь вот такая. А вот здесь, где вода уже шла по дороге, она чуть покрасивее. Она, конечно, слабее, чем слабые годы. Вот видите, здесь тоже. Она сгорела. А вот здесь, где вода выходила, вот тут сделан отвод для воды. Вот она. Ну, вот так должна была выглядеть сегодня наша пшеница. Ну и намного лучше. Вот она уже цветет, видите. А что с этой? А вон какие трещины. И вот там, видите, где отвода воды, вот тут, вон там дальше. Пшеница вот такая. Она не самая лучшая. Но дай бог, чтобы была такая. Вот это роль орошения, роль воды. Кто имеет возможность орошать, неизвестно, как дальше будут складываться события и погода. Надо подумать о орошении. По-другому зубы на полку. Быть в беде. И вот и такая пшеничка есть. Пожалуйста, посмотрите. Вообще полный ноль. Вот видите, она цветет. Цветет и выросла от земли 12 сантиметров. Какой громадный массив. Здесь более 140 гектаров. Быть беде. Вот так выглядит наша пшеница. Значит, без грамма удобрений. Но утил по сое. Посеянная сеткой Green Place. И вот так, смотрите, какая масса, какой потенциал. Я не показываю соседний массив там. Смотреть, ну, ровно в половину нашего. Значит, цветение закончилось. Сейчас мы будем думать, что здесь делать, какую обработку. Ну, как здесь обрабатывать, когда агронома еле видно. Да. Вот такое поле. И такая система. Радует нас наутил.